Какого хера? Чё за говно? Я чё в Майнкрафте? Чё за дерьмо? Какого хера Шадоуген открыл портал именно туда? Дорогой Евген, здравствуй вновь. Ты попал в Майнкрафт, все верно. Ты должен его пройти, и тогда мы встретимся. Желаю удачи. Угу. Этот больной ублюдок хочет, чтобы я прошел Майнкрафт. Ну ладно. Так, ну, ощущается... Я ничего не ощущаю, честно. Я не чувствую. Вот, даже листья не чувствую. Я так глядел, я ничего не чувствую. Это не я, как будто. Ты древесину их поломается. Я просто добуду вот этого колечка. Я как понимаю, я где-то в версии либо до обновления ада, но как минимум я в версии до того, как добавили новые руды и всякое такое в плане внешнего вида. Потому что руды, они старые, вот эти вот. Это я так думаю. О, я деревню вижу. Вау. Деревня — это хорошо. Раз из гуд, так сказать. Значит, у меня точно будет хотя бы какая-то еда. После этого я попытался сделать нормального лучника. Вкусно, вы просто не представляете. Источник белка. Ой, какая она мягкая. Ой. Это была отличная ночь. Причем правильно, отлично. Так, дальше мне нужен камень. Теперь стрелы на будущее. Немного меня смущает тем, что они меня смотрят. Еще железо. Ну, плавильня есть, отлично. Еще и нет железа. Занимался все это время я рутиной и апгрейдом деревни. Кусок палок, кстати, получилось. А, хрен с тобой. Что? Зомби нужен. Так. Чё-то зомби тупой какой-то, да нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй. После этого я начал апгрейдить ремесленника. Ну, броневика. Потому что мне нужна была его алмазная броня. 4 железа взамен на... Это превосходный торг. Как он тебя апает? Ага, я сейчас и не узнаю. Скрафтил золотое яблоко. Вот они. Все отлично. У меня есть первая алмазная шмотка. Взрывоустойчивость 2. Неплохо. Так, 22 изумруда. Этого хватает на нагрудник или на шапку. Короче, на что-то одно из этого.
Этого хватает только на шапку. У меня в достатке еды, всяких ресурсов, все просто отлично. Ну и тут, как всегда, рутина торговли. И наконец-таки алмазный сет за 7 дней. Вновь добыча дерева для палок. И вот столько, кстати, дерева и палок получилось. Ты ублюдок. Начал качать священника, потому что он продает эндер жемчуг. Отлично, он продает эндер жемчуг. Начал строить свой дом. И отправился в Незер. Какая неимоверная удача! Ё-моё, охереть просто. Это имба. Ладно, думаю, стальки мне хватит. У меня есть еда, у меня есть это, броня, у меня есть все, у меня есть даже лошадь. Это была моя последняя ночь в деревне. Пришло время отправляться. Всю ночь стоял передо мной, а? Урод. Антуется тут лошадь. Угу. Ну же, где эта крепость? Нашел. Ай! Я еще и с самого начала, кстати, начал. Картошка хорошая получилась. Мой самый первый алмаз не нужен. Ай, моя нога! О! Сломайся, 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 сломайся. Ой. Вот он, самый ответственный момент всего выживания. End. 2, 3. We'll be right back.
Шлюген, встречай! Ты чё за говно? Где я нахер? Ага, походу я понял. Меня радует, что у меня ХП вернулось. Уровень пропал, броня. Чарки пропали. А яйцо где? Охеренно! Ладно. Что ж, заходим. Пожалуй. Что там может встречать? Ага, я, по-моему, вижу чей-то никнейм. Видать, это он. Смотри, что у меня тут происходит? Алмаз. Я продал один парочку. Что-то мне это не нравится, если честно. Ахер. Так. Ах ты, тварь! Охереть, сколько их там? Пошли нахер! Нахер ему столько таких тварей, я не понимаю. Надо бы осветить, пожалуйста. Ой-ой! Пошли нахер! Ну-ка, устройте геноцид друг друга, хорошо? Ай-ай-ай! Что за херня? Чешуйницы! Это все фейк-блоки! Охереть! Что за говно? Сколько тут чешуйниц? Ё-моё! Быстро, быстро, быстро. Что-то случилось. Скелет! Тихо, 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 тихо. Ой-ой. Пошел нахер. Пошли нахер. Перегореть ничего не надо бы. Ага. Умно, но тупо. Откуда у него коровы такие? Чего нахер? Курица. Пшеница. Портал в ад.
А вот и ты собственной персоной, о, да? Неужели ты пришел на мой званый ужин? Присаживайся. Присаживайся, давай. Красный трон. Смотрю, ты знаешь мои любимые цвета, да? Да, знаю я твои. Я тут кое-что принес. Тортик. Знаешь, я очень рад тому, что ты наконец-таки спустя столько попыток дошел до меня в первый раз. В смысле нахер в первый раз пришел? Ну да, как бы, так и должно быть. Да-да, это была твоя не первая попытка. В смысле это ты моя уже не последняя попытка? Чего? Не веришь? Полюбуйся на экран. Экран? Опа, эта тварь. Пою. И хочешь сказать, все это время, я, это уже не первая моя попытка, да? И то, что все именно все так и есть. Возражал, я тебе меня... все это время возражал. Знаешь, ничего личного, все ради хайпа. Что значит все это ради хайпа? Чел, наш канал ничто. Чел, ты это понимаешь? Я на все согласен. Ну такой хайп. Дерьмо, я был против. Ах ты мразь! Ты первый начал! Считай, ай. Нет? Вот. Ой, блин, тварь! Что убегает? Падай! Ха-ха! Какого хера? Да пошел! Сюда! Какого хера я вас сам сюда заселил? Чё вы меня бьёте, надо... придурки? Пока при памяти. Ай! Чё ты, твой же дом тебя отторг, лох! Откуда я мог знать, что у меня дома чешуйниц? Да пошёл! Даже чешуйниц бьют больнее, чем ты! Взаимно! Были тараканы! Да где фору? Фору пытаюсь мне дать, она мне не нужна! Стой, говно! А, чё, упустил оборону, да? Ха-ха! Меня хватит этого дерьма! Интересно, что с ним произошло? Тогда переходи в описание, качай мод, и все узнаешь. Жду тебя.